страха не лежу. Вам легко смотреть из зала, как на сцене я дрожу. Ручка ходит не туда, ножка ходит не туда. Наша тетя хореограф скажет: беда! Раз ладошка, два ладошка, я пока что не беда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не беда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Нотки скачут не туда, слов не помню иногда. Наша тетя вокалистка говорит, что не беда. Если все во мне поет, песня будет, был бы рот. Ну а то, что я малышка, это с возрастом пройдет. Раз ладошка, два ладошка, я пока что не беда. Если нравлюсь хоть немножко, вы похлопайте тогда. Раз ладошка, два ладошка, я пока. Ваши аплодисменты. Не уходи, не уходи, Вероника. У нас для тебя и для твоей команды есть специальный приз. Итак, Роберто, где наш приз? Я здесь. Это... Приз особенный. Это подарочный... Я тебе помогу. Это подарочный сертификат. Посмотри Стана... там. Садись, показывай. Посмотри себе. Там. Вот, правильно. Да. Микрофон Робертино. И так. Показывай Показ... всем. Пока... Нет. Я... Да, ну, так. Да! Молодец! Итак, это подарочный сертификат. Послушай, Вероника, на фотосессию у Юлии Боковой, которая сейчас находится, замечательный фотограф, талантливейший в зале. И прямо сейчас у тебя есть получасовая возможность с Юлией сделать и со своими, естественно, друзьями по команде фотосессию. Поэтому не теряй времени, обязательно свяжись, там есть телефон Юли, которая сделает вам классную фотосессию на память о Евро-Юрмале. Так что ваши аплодисменты, дорогие друзья, участникам Евро-Юрмала. Спасибо.